прицелишься. Нельзя брать чужое! По делам им. Пусть только попробуют снова прийти. Фу. Вы в порядке? В полном. Не в первый раз дерусь. У этих лисят острые зубы и когти, но дерутся они как щенки. А, уже и мухи налетели. Спасибо, дружище. Я бы купил вам Эля, но меня давно кое-где ждут. Слезай по-хорошему! Тут явно наклюкался. Yeah.
ты просто улитка! Коннор, хочу познакомить вас с моими друзьями. Владелец этого славного заведения Уильям Молино и управляющий и повар Стефан Шафо. А, мы с Коннором как раз столкнулись с солдатами. Сборщик налогов хотел вломиться в мой дом. Эти сборщики наглеют с каждым днем. Нужно заняться этим, Сэмюэл. Пора поднять знамя. Сделать что-то, чтобы дать людям знать, они не одни. В порту неспокойно. Недовольные пикетируют поставки британского чая. И весь город глаз не сводит с этой сцены. Бостонец лишенный чая опасен. Уильям Джонсон сгружает чай тайно. Его человек пытался продать мне это. Я отказался, но вот образец тех кораблей. Взгляните на печать. Джонсон просит втридорога. Те, кто согласился, озолотят его. Где он сейчас? Я с ним не знаком. А зачем вы его ищете, Коннор? Он хочет купить землю, на которой стоит моя деревня, не спросив согласия у моего народа. Без всякого сомнения, доходы с этой контрабанды идут на покупку земли. Без сомнения, этот налог на чай поощряет контрабанду. Думаю, те же, кто задирает налоги, продают чай. Сцене нужен спектакль, я знаю нужную пьесу. Коннор, ступайте в порт и займитесь уничтожением чая. Если что, приходите сюда. Идите, Коннор. Простите. Эй, полегче!
не стыдно распутничать. Вон там! Заработает 5 дней в тюрьме. А ну, спускайся! Живо! Я навелся на него.